Пользование программы Zulu Mobile. Запуск программ... При запуске программы нужно отменить обновление. Просмотр по территориям. Можно выбрать по закладкам, сохраненным заранее. Например, Верхневилюйск, вернуться обратно в Якутск, Покровск или спозиционировать нужную точку. Дальше. Работа со слоями. Выбор слоя. Сделать, обязательно его сделать активным для работы со слоем. Выбрав активным слоем, допустим, водоснабжение, можем просмотреть семантическую информацию. Масштабируем, да, в нужном участке, чтобы участок был полностью виден. Делаем тап. Если промахнулись, система сообщит об этом. Попали на участок, система выдаст семантику. В семантике можно просмотреть подключенные справочники при необходимости изменить или просто просмотреть информацию, доступную, введенную в данный момент. Следующие свойства. Подключение тематических раскрасок, например, по диаметру. Соответственно, карта раскрасится в полном соответствии с настройками тематических раскрасок, сделан в Zulu. Подключение надписей. Например, диаметр, длина. Выбрали, нажали ОК. Вернулись на карту. Соответственно, там, где введена семантика по диаметру и длине, мы видим эту информацию на карте. Отключение идет в обратном порядке. То есть выбрали тему, сняли выделение. Выбрали надписи, сняли выделение. ОК. Вернулись на карту. Видим, что тема и надписи отключены.